Всем привет! У нас суббота, мы на улице. Отличный денек солнечный. Отличный солнечный денек. Ложи будешь что-нибудь кушать? Нет. Фу, что это такое? Это улитка. Да, приготовишь сегодня? Нет. Я хочу суп из улиток. Издеваешься? Давай. Фу, выкинь ее. Готовь. Выкинь, она ползла куда-то. Куда она ползла? Эка здоровая. Да. Виноградная улитка. Готов суп мне из них. Конечно. Умеешь? Ну вот, начинается. Улитка — это не наша пища. Как не наша? Если тут у нас ползает, значит наша. Вот смотри, у него рожки, он на рожке, вон туда она ползет. Ну, пускай ползет. Она ползет, когда на кухню. Я продолжаю сжигать все, что нахожу по участку. Сережа мусор вывозит на тачке. Ну не на этой, это сломанная. На той, которую мы новую купили. В общем, работаем. Вот, никому не нужно. Рамы эти окна предлагали. Так что... Сами виноваты. Да. Хотите убрать, то и пожалуйста. Разбиваем и сжигаем. Вот так вот из окон дощечки получаются. Бревнышки. Вон как хорошо горят, сухие. Смешно, палка у нас торчит. Ветер сегодня такой сильный. Сейчас уже сделаю, чтобы палки не торчали. И уйдем. Надо подстригаться, стричься. Ну, Сережа, я буду стричь. Дела делать какие-то другие, а то стоим, ждем. Что ждать-то? Так, ну все, Сережа помылся, я его постригла. Все отлично. Отлично. Это? Груша. Если груша, нельзя скушать. Чувак, выкрутила? Да. Кошмар вообще. Классно был фейерверк. Да, купили в Эльдорадо. Лампочки Сережа стал выкручивать, вот такое выкрутил. Она у вас потухла? Сейчас я ее выкручу до конца. Ай! Тише. Теперь ноги мне отдави еще, ну вообще. Снимай меня лучше, я тут сахар. Сейчас трусов не видно, ничего страшного. Вот, видишь, что случилось? Вижу, это не горячее. Нет. Ну ты выше подними. Видишь, что делают китаёзы? Угу. Проклятущие. Лексман. Ты знаешь, где в мурлении я взял? Наверное, Лексман. Да. Это их лампочки. Угу. О, сила. Так, мы закупились в Кусвилле. Сейчас покажу, что купили. В общем, купили осетинский пирог с мясом. Вверх стол, а? Тут я понимаю. Дальше купили зразы картофельные с грибами. Грудка куриная с картофелем по-деревенски. Соус какой-то к ней идет. Ну, телефон не помыл? Помыл. Спасибо. Так, потом взяли вот такие вот две
два кускуса с овощами и котлетами из индейки. Вот. Дальше. Взяли винегрет с квашеной капустой. Тоже Сереже и мне. И рис по-тайски. Рис по-тайски тоже. Две штучки. Это мы взяли покушать. Так, что еще мы взяли? Это уже в другом магазине. В общем, лампочки взяли в Эльдорадо. Здесь у нас минералка. Сыр копченый. Карбонат юбилейный. Джин-тоник. Колбаски. Минералка. Рычалсу. Бон пари. Сейчас все будем мыть. Все. Мешки для мусора. Но это сразу мы положим. Мыть не будем. Лампочки. Джин-тоник по баночке. Теперь туалетная бумага. Дыня, это во Вкусвилле, вот такой мы взяли, это не колхозница, как-то Тамерлана, по-моему, называется. И в Эльдорадо еще взяли такую сковородочку, чтобы небольшую, чтобы яичницу, к примеру, сделать. Кстати, в Эльдорадо у нас баллы списали, в Эльдорадо мы много купили лампочек. И соль еще я взяла. Ну, мы ее сюда не занесли, потому что для посудомойки соль домой. Вот. В общем, у нас списали баллы. Баллы были 50% можно было списать. В общем, мы заплатили 1200 вместо 2400. Очень удачно. Так, все, мы садимся кушать. Вот колу налили в эти бокалы. Кстати, бокалы мне так нравятся. Переводу сюда наливаю, колу. Очень классно. И чай, и кофе. Нет, чай и кофе, к сожалению, нельзя. Вот. Сыр открыли уже. Вот ты можешь люди поверить, там у тебя кола? Конечно. Нет? Там, да, это цвет колы. Скажите, коньяк. А, коньяк из таких не пьют. Вот. Вот он. Оранж. Оранж? Что, нельзя? Нет, а чем он отличается от обычных? Классик. Вот тут у нас такой романтик. Кола, значит. Вот тут у меня свечечка. Здесь домик вот этот вот так включается. Раз. Блин, давай, выключи просто. Вот сейчас пирожок достанут. Включи второй домик. И сейчас мы будем смотреть какой-нибудь фильмик. Здесь у нас пирожок на подходе. Осетинский. Я сам испек. Угу. Ты? Да. Понятно. Так, домики горят. Сейчас покажу. Вот такой романтик. Показывала. И что еще хочу показать? Все, давай кушать. А сегодня уже снимать ничего не буду. Я уже кушаю. Да, день у нас окончен, ничего больше снимать не буду. Так что будем смотреть фильм, кушать. И всем пока.